зовут Анна, я мама двух замечательных детишек, старшей доченьке 7 лет, сыночку 5 лет. И сама я преподаватель английского языка. Я безмерно благодарна создателям этого курса. Это тот курс, который я давно искала. Мне всегда было очень трудно найти время для того, чтобы заниматься с ними английским языком. Для меня это было как ежедневная головная боль. Курс Юлии Горбовской меня очень порадовал своей структурой, своей организованностью, своим удобством. И я хочу сказать от себя, что это методика, которая приносит поразительные результаты. Дети действительно говорят с самого первого занятия. Они учат язык как инструмент общения. Собственно, то, чего не хватает в школьной программе или в программе на других курсах. Уже с первого занятия отпали мои любые сомнения абсолютно сразу же, потому что и Оля, и Егор включились в работу, им было интересно, где-то они смеялись, где-то они улыбались, они выполняли все необходимые действия, и самое главное, они повторяли, повторяли и повторяли. Английский стал вклиниваться в нашу повседневную жизнь. Дети интересуются, как сказать это на английском, как сказать другое по-английски. Они выражают свои эмоции, свои потребности на английском языке. А прошла всего одна неделя. Детям всегда интересно. В конце занятий они получают наклейки. Они видят свой прогресс на стене прогресса. И они настроены на результат. Хочу сказать большое спасибо. Сдвиг с мертвой точки произошел. Дети ждут занятия, они их просят, они настраиваются, и с удовольствием они работают. Большое спасибо за такой курс. И я всем очень рекомендую организовать английский у вас дома с помощью курса Юлии Горбовской из языкового центра Little Lily. Я хотела бы рассказать о своих впечатлениях от видеокурса по английскому языку для детей от Little Lily. Курс просто бомбический. Он превзошел все мои ожидания. До начала как такового интереса к языку у ребенка не было. Я просто поражена тем прогрессом, который мы достигли всего за 2,5 недели. Во-первых, ребенок довольно активно повторяет фразы и предложения на самом занятии. И не только на занятии, но и после. Он постоянно какие-то там говорит фразочки, поет песенки на английском. Второй момент, у ребенка благодаря этому курсу вспыхнула искорка любви к английскому языку. Он стал активно интересоваться и хотеть больше слушать песен на английском языке. Больше стал просить меня читать книг. Раньше, вернее, он вообще не просил их читать. То есть для него это был вот такой прям, можно сказать, взрыв. Я этому несказанно рада. Я очень благодарна Юле и всем, кто принимал участие в этом курсе. А для меня, как для занятой довольно мамы, этот курс оказался очень удобным, потому что формат видеоуроков предполагает, что у тебя есть компьютер, принтер, распечатываешь все, что тебе нужно, занимаешься тогда, когда тебе удобно. Все, что нужно, под рукой. И к тому же я считаю, что это намного эффективно. Мы занимаемся 5 раз в неделю, каждый день по 15, а иногда, когда ребенок там, естественно, просит еще, да, получается и больше 15 минут. На мой взгляд, такие ежедневные занятия, они намного эффективнее, нежели сходить 1,5 часа 2 раза в неделю позаниматься английским. Вообще за 15 минут занятия мы успеваем массу всяких дел и поиграть в ролевую игру, и сделать подделку, и зарядку на английском, и попеть песенки, получить фразы, то есть кучу-кучу всего. И я с радостью отмечаю, что ребенок с удовольствием смотрит эти занятия, ему не скучно. Еще мне курс очень понравился, это то, что очень грамотно продумана система мотивации. Есть вот такая вот My English Book, куда мы складываем наши все поделочки, да, ребенок может посмотреть, порадоваться, похвалиться родителям, папам, мамам, что мой ребенок с удовольствием делает. Есть вот такой вот классный reward chart, куда мы после каждого занятия вклеиваем наклейку. И надо сказать, этого события ребенок ждет не меньше, чем самого занятия. Я
Хотела поблагодарить Юлию и всю команду, которые принимали участие в создании этого курса, потому что курс потрясающий, и, на мой взгляд, еще здесь идеальное соотношение, мне кажется, цены-качество недорого для такого качества. Я очень советую присоединяться и получать удовольствие от занятий английским языком по методу SAY. Меня зовут Светлана. Я бы хотела большое спасибо сказать создателю этого курса Юлии. Это было очень интересно для ребенка. И в итоге сейчас Маша уже подросла немножко и ходит в частную школу, по кембриджской программе учится. И мы очень довольны. Всем советую.